Биатлон в России любят и уважают. И жители не только следят за успехами наших спортсменов по телевизору, но и сами встают на лыжи. Это показала массовая акция «Лыжня России», которая прошла в минувшую субботу на биатлонном комплексе «Заря» на верхней террасе. Трасса здесь хорошая, одна из лучших в области у нас. Биатлонный стадион, сами видите, да? Готовят здесь ее постоянно, потому что тренируется вся сборная здесь. В качестве площадки стадион «Заря» был выбран не случайно. Комплекс уже принимал у себя чемпионат России среди ветеранов. И, как признается министр спорта Владимир Лазарев, готов к соревнованиям и посерьезнее. Благодаря поддержке, значит, правительства Ульяновской области, губернатора Сергея Ивановича, ректора и, самое главное, инвестора, значит, инвесторы. Вот построена великолепная биатлонная база, ну, где можно, значит, не только там раздеться, все, разместить судей, значит, провести заседание судейской коллегии. И здесь сформировалась прекрасная тренировочная база для биатлона. Подобное мероприятие можно назвать народным. Ведь наряду с любителями на старт выходят спортсмены и ветераны спорта. Раиса Петровна и Тамара Николаевна – подруги в жизни и соперницы на дистанции. Лыжню не пропускают. Мы с ней соперницы по лыжне с молодых лет. У меня еще ребенок вот такой был, а теперь внук бегает здесь. А я была чемпионкой области по многоборью ГТО. А я на чемпионате России выступала по биатлону. Самый сложный спортивный забег для настоящих профессионалов. В зависимости от пола и возраста ее участники бегут от 2,5 до 5 километров. Победитель, кандидат мастера спорта по лыжным гонкам Дамир Алимбеков, признается, победа далась нелегко. Хотелось выиграть, а тут, думаю, как пошло. Нормально, отсиделся за парничками. Потом почувствовал, что силы есть, и вырвался вперед. Сделал задел, спокойно докатил. Для любителей спорта, детей, команда организации дистанцию уменьшили до 1 километра. А победители и призеры во всех номинациях были награждены спортивной атрибутикой и призами. Анна Тищенко, новости «Ульяновской правды».